Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Вот я капусточку крашу себе на диету. А соседи отключили воду, делают трубы. Мы сейчас без воды сидим. Так вот я накрошила, вот столько у меня получилось. Это пол белка, такого вот, ну, такой небольшой, средненький. Вот, а здесь мне сегодня на целый день хватит и не останется ничего. Оно очень сладкое, очень вкусное. Вот осталось. Не крошится уже. Уже отваливается. Вот. Вчера мы ходили обменивать куртку. Заодно купили лекарство такое. Нам педиатр порекомендовала под носиком мазать. И якобы ни один вирус, не заразимся мы, если пойдем с ребенком в торговый центр там или еще куда-то, потому что выходить так и так приходится, идти за памперсами, за питанием. А Женя один, не знаю, я еще просто потому что, наверное, хочу. И прошлой зимой мы вирус подцепляли где-то там 2 раза. Вот. Также что мы купили? Мы купили Аква-Д3. 180 рублей он стоит. В одной аптеке он стоит 130, но муж не захотел там стоять. Вот. Прошли там буквально, наверное, метров 400, наверное, и вот уже дороже. Вот. И обменяли мы куртку мою на вот такие вот 2 коробки конфет. Вот одна и вторая. Хотела я одну с кокосовой стружкой, но ее не было в магазине. Обменяли вот так у меня. Потому что долго я ее уже продавала. Там уже несколько месяцев. И тут мне уже почему-то что-то вообще просто надоело все это постоянно продавать. Эти кучи вещей. Вот сейчас вот тут лежит вот еще одна куртка. Но, правда, ее я за 500 рублей продаю. Должны сегодня прийти забрать. Куплю себе вкусняшки потом. Вот. И я решила просто оставшиеся вещи просто за вкусняшки раздать и все. То, что, ну, мне, не знаю, что-то надоело. Они место здесь занимают, тратят место. Не знаю, что-то устала я уже продавать их. Никто не берет, не интересуется.